Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ENSC49. Морозное ядро сибирского антициклона сдвигается на восток, немного ослабляя влияние на юге. Но в целом атмосферные процессы пока не разворачиваются на весеннее тепло. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 14 марта без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха в темное время суток минус 16-18 градусов, в пригороде до минус 22. В дневные часы синоптики прогнозируют 7-9 ниже 0. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я с вами прощаюсь и желаю отличного дня!